не ценили. А граждане ЕС, они вот простые люди, готовы к зеркальному ответу? Если мы еще и начнем тоже ответные санкции вводить, а ведь поводов у нас предостаточно. Вспомнить недавний нашумевший доклад МИД Беларуси о многочисленных нарушениях прав человека и в США, и в ЕС. Как? Вы знаете, мне хотелось бы, наверное, сказать, начать вот ответ на этот вопрос гениальной фразой гениального полководца Жукова, когда он в 1945 году сказал: мы их освободили, они нам это никогда не простят.